Всех приветствую на канале «Щепотка коням». Дорогие друзья, садоводы и огородники, успела я в фикс-прайсе урвать две банки вот такого вот литрового средства на шатырный спирт. Оно, значит, для укрепления растений, но не только. Вообще, я пошла в магазин для того, чтобы поискать средства от медведки, но ничего не нашла. Продавец мне посоветовала взять вот это вот средство. Оно универсальное, литровое, стоит 75 рублей бутылка. Вот, и она сказала, что оно не только для медведки, оно и от муравьев. Также на шатырный спирт очень хорошее средство, универсальное для уборки в помещениях. Вообще у меня, ну, тоже мама советовала, что добавлять одну крышечку на ведро воды, и можно мыть им полы, убирать кафель. Я также приспосабливаю его в мытье окон, стекол, не остается разводов. Тоже одна крышка на ведро воды где-то. Ну, а еще, не знаю, как в этом году, вот в прошлом году, я не видела такой новинки, тут в этом году новинка. Но в прошлом году я покупала нашатырный спирт в аптеке. И он мне очень помогал от слизней. Слизни съедали, ну, это вот у меня еще тепличка, я еще буду сажать тут, у меня рассада еще, вот, и очень хорошо помогал от слизней. Вот моя теплица. Это средство отличное. На полках все разобрано, я уже купила последние две штуки. Так что спасибо огромное продавцам и производителям, что выпустили в такой огромной упаковке. Я думаю, что две бутылки на сезон должно хватить. Оно универсальное, по крышечке его только добавлять. Но не забывайте, что он технический, 10%, только для огородных целей и домашнего использования. Классное очень средство. Друзья, напишите в комментариях, если кто-то еще знает, как можно его использовать, что можно делать, кроме как, значит, еще что-то. А еще я в прошлом году этим средством сковороды очищала и плиту, то есть сковороду ложила, клала в пакет и оставляла на ночь в спирте. Новый спирт покупала, значит, в аптеке, а тут вот две таких бутылки больших, вот, и нагар на следующий день отходил. Но единственное, что этот пакет должен быть, он у меня был на огороде, то есть не дома, желательно. Вот, в общем, занималась этими делами, значит, на садовом участке на своем, так что он еще и жир, и нагар хорошо убирает. Такое классное средство.